Протянуть руку помощи и позволить нуждающимся исполнить их желания. С этой целью в Химках прошел благотворительный концерт «День доброты». Все собранные средства идут на поддержку местных жителей. В этом году это учащаяся техникума Дарья Кухарчук. У нее генетическое заболевание. Она очень талантливый художник, несмотря на свою болезнь, борется. Мы ей хотим подарить то, что ей нужно для работы. Графический планшет, компьютер и специальную кровать. Традиционно благотворительный концерт объединяет всех неравнодушных химчан, участников творческих коллективов, предпринимателей, представителей общественных организаций, депутатов. Аналогичные мероприятия на постоянной основе происходят в различных микрорайонах нашего городского округа. Они проходят при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Поэтому хотим ему сказать спасибо от имени жителей, от имени депутатов за то, что у нас есть возможность в нашем прекрасном парке проводить такие прекрасные мероприятия. В этом году концерт «День доброты» прошел в пятый раз. По словам организаторов, число участников мероприятия с каждым годом становится только больше. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.